Я хочу, чтобы вы это увидели. Вот время. И вот чем я занимаюсь. Только посмотрите, какая красота. Заморозки и солнце. Вот это так красиво, девчонки и мальчишки. Просто невероятно. Когда такое яркое солнышко и заморозки. Очень здорово все это. Доброе утро, девчонки и мальчишки. Все думают, что я кофейная душа, а я чайная душа. Была в АТБ, отвела Анютку в школу, скупилась. Сейчас вам буду все показывать. Опа, пакета ванища. Вот такие мега шикарные тапки. Но они такие класснючие. Это дочечка у меня приедет, когда с работы. А я такая ей, опа, тапочки. Так. Взяла Барника. Анютке придет Анютка, припрячу. Так, по хорошей скидке был вот такой чаек. Там вот пьешь, он прям такой весь имбирный-имбирный. Две пачки чая такого. Вот такой чай еще взяла. Ну там много пакетиков, он разный. Покажу вот вам сейчас. Так. Это еще не все. Вот такой чай. Он тоже очень-очень классный. Он тоже очень классный. Рыбий жир взяла. Ну, освежить вот такой антисептик. Маленький, удобно очень носить с собой. Конечно же, йогурт Анютки. Вот она любит персик. Это еще не все. Так. И вот такой взяла универсальный пульт. То есть он подходит на все виды телевизоров. Стоит что-то такое 56 гривен. Думаю, почему не взять? Потому что бывает такое, либо положил пульт, либо там ну, батарейка села. Этот положил какое-то определенное место. И всегда у меня вот под рукой запасной пульт. Пусть будет. За такую цену пусть будет. Уксус. Уксус. Смотрела Эллен Брук. Привет, Леночка. И она там выставила видео, что унитаз можно отмыть на ночь, замочив просто уксусом. Ну, правда, у нее там другая концентрация. Я трачу много денег на всякие там утята, доместосы. Потому что для меня, чтобы унитаз сверкал, это принципиально. Вот, попробую ее метод. Купила специально для этого уксус. Так, что еще? Аня давно просила, когда же будут мандаринки-мандаринки? Ну вот, мандаринки. Мандаринки. Это тоже не все. Взяла еще цинковую мазь. Для чего? Кошки на подбородке такая какая-то там, не знаю, что-то черное, вот просто между шерстью. Пробовала перекись водорода, не помогает. То есть проходит чуть-чуть, становится слабее. Посоветовали на там, грубо говоря, на форуме цинковую мазь. Попробую еще ее. И лимончики. Лимончики, потому что я много пью чая. Вот у всех почему-то мнение, что я кофейная душа, а я пью очень много чая. И еще. Еще. Опа. Еще взяла небольшой гранат. Так, ну это все. И теперь самое интересное, что за все это я потратила всего лишь 382 гривны. То есть, смотрите. Тапки. Так, буду по порядку. Чай. Раз. Дорогой, хороший. Два. Чай. 3-4 чай, 4 чая, 4 лимона, гранат, мандарин 4 штуки, сырочек ребенку, барник. Я балдею, вот эти тапочки, от них я балдею просто. Так, ну, рыбий жир, гранат не надо, говорила нет повторно, и антисептик. По-моему, очень даже, я сегодня красавица, и я очень даже хорошо скупилась. Так, и что еще, девочки, мальчики? Сегодня я решила устроить себе женский день. Буду делать масочки. Потом у нас в 10 открывается салон красоты. И я схожу даже в солярий сегодня. Вот я себе сегодня решила порадовать. Проснулась, вот, знаете, такая погода. Вчера ж в 11 часов почти. Я вот это вот, у меня стрессовая ситуация, всякие мысли-мысли, и это хомячило в 11 часов ночи. Вот, и поэтому думаю, надо как-то вот чем-то себя порадовать. Сегодня буду себя радовать. Вот чай, там еще сзади 3 пачки.
Вот, чаи. Вверху еще даже не распечатаны. Это чтобы вы понимали про мои запасы чая. Кофе у меня всего одна баночка. Так что я чайная душа. Естественно, побывав в магазине, я сняла для вас краткий обзор, что почем. Смотрим. Пришла я вот в ВТБ. Показываю вам цены. Виноград, гранат, лимоны, манго почем, апельсин, мандарин. Ну, в принципе, все понятно, я думаю, да, по ценам. Сейчас пройду, чтобы вы еще посмотрели. Яблочки почем. Вот лимоны. Просто буду показывать вам, смотрите, что почем. Вот сидит моя толстуха. Даруся, Дарочка. И не понимаю, что сейчас я начну ее обрабатывать, этот хлорхексидином сначала, а потом намажу цинковой. Поскольку это день для себя любимый, то я иду в солярий. Вот здесь, в принципе, есть все виды услуг, но я иду именно в солярий. Вот эта комната. Зеркало, коврик. Я себе вон водички стаканчик взяла. Стики на грудь. И сама кабинка, покажу вам, какая, с музыкой совсем, как вы слышите. Сейчас пойду. Девочки, мальчики, что я хочу вам сказать. 10 минут танцев нагишом в солярии — это прекрасная терапия от хандры, от всего на свете. Потому что, ну, будем откровенными, Сережа заболел в марте месяце. Сегодня у нас ноябрь. Март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. 9 месяцев. 9 месяцев, знаете, это, ну, в каком-то плане сложно. И вот вчера я ложусь спать, кручусь, ворочаю всякие мысли. Крутишься, ворочаешься. Вот. И в этот момент понимаешь, что надо, знаете, что просто перезагрузиться. Вот я утром встала, солнышко, думаю, так, все. Сегодня у меня будет день для себя любимой. Я его посвящу только себе. Никакой там генеральной уборки. Хотя полы я, конечно, помыла. Вот, сейчас заберу Анечку. А, что еще? Сейчас я пожую. И у меня еще, помимо солярия сегодня, масочка. Мы же недавно купили масочку. А потом, я вчера созвонилась со своим парикмахером, записалась и... Все, девочки, масочку нанесла. Сейчас уляжусь, буду хорошеть, красиветь. На обед у нас будет манная каша. И выдвигаемся мы в парикмахерскую. Ну что, мои дорогие, это уже утро следующего дня. День прошлый, вчерашний, я посвятила себе. Преображение вы можете видеть на моем лице. Вчера, когда ходила, отправлялась вчера в парикмахерскую. Понятно, что когда идешь туда на 3 часа, ребенка с собой брать. Позвонила куме, говорю, слушай, говорю, может быть, я завезу ее к тебе. Она говорит, не вопрос, завози. Завезла к ней ребенка. С парикмахерской опять же отправилась к ней. Сели посидеть. Ну и снимать уже в 11 часов было нечего. Снимаю сегодня утром вам ролик. Знаете, что вот такой день, который посвящаете себе, его надо... Некогда, знаете, вот 8 марта, женский день, я посвящу его себе. Не 8 марта, не день всех влюбленных, не Новый год. Вот когда вы чувствуете потребность, и такой прям, знаете, вот надо прям, вот тогда идите и посвящайте день себе. Люблю вас всех. С вами Наталья Чалая.